22 ноября ученики 11 класса встретились с Анатолием Пригаркиным. Встреча прошла в рамках реализации в Десногорске проекта «Слава Созидателям». Анатолий Иванович 27 лет отдал работе в правоохранительных органах и 15 лет проработал на предприятии «Атомтранс» в службе безопасности. Сейчас Анатолий Иванович находится на заслуженном отдыхе. На встрече со школьниками он рассказал о своей работе в правоохранительных органах, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на службе. До 90 года я прослужил, досрочно мне было присвоено звание подполковник милиции за успехи в работе службы. Ну, в 99 году я ушел, так сказать, в отставку. Анатолий Пригаркин пожелал ребятам высоких баллов по выпускным экзаменам и успехов в дальнейшей жизни. А встреча у меня сложилась довольно-таки хорошее впечатление. Я узнал что-то новое для себя. Было очень приятно послушать человека, который уже с опытом, послушать его историю. Можно сказать смело, что для общего познания это очень пригодится. Мне очень понравилось, было очень интересно и познавательно узнать что-то новое о истории нашего города, о истории какого-то отдельного человека, который жил и строил наш город. Ученики 4-й школы готовят видеоролик с участием Анатолия Ивановича для конкурса «Слава Созидателям». Встречи с такими людьми, как Анатолий Пригаркин, помогут ребятам правильно выбрать будущую профессию.